приехали в Крокус Сити Холл на выставку «Охота и рыбалка». Сейчас попробуем найти, где она у нас, в каком зале находится. Вот мы купили билет. Интерьер. Ох, смотри, какая люстра интересная. Да, стол красивый. Манков. Духовые манки. Ну, он сейчас выдвигается. Держи, ты снимаешь. Головой бегу. Ситрина, это все головой бегусь. Разные модели. На этой выставке мне нравится рассказать про эту модель. Простой поликарбоновый манок, пластик. Очень легко и быстро отдает голос, очень легко продыхается. Маночек имеет приятную конструктивную особенность, которая заключается в том, что у него короткий лестничковый, он не склонен к залипанию, он легко обслуживается, если требуется его разобрать, он собирается потом только в одном положении. Здесь фиксаторы, запорный узел в собранном состоянии не разбавляется вперед. А по-другому он не соберется, да. И лепесток задвигается до упора, он уже будет настроен. То есть, если потребовалось на охоте его разобрать, бывает, что поманили, конденсат собрался, манок замерз, начал сипеть или фальшивить. Вытащили лепесток, я его руками протираю, вставляю обратно, манок готов к работе. Ну, то есть, такая удобная конструктивная особенность. А от этих он чем отличается? Ну, принципиально материалом, в этом маночке... Не отличается? Нет, я вам показал запорный узел, он у них одинаковый. Я могу настроить любую тональность, от высокой до низкой, от молодой птицы до там, более низких тонов. Ну и, собственно, вы тоже можете это сделать самостоятельно. Вы его, когда вставляете, вы его как бы поворачиваете, как будто он с резьбой. Это помогает резинкам усаживаться, и все сидит плотно. То есть, в принципе, они все одинаковые? По сути, да. То есть, я почему обращаю внимание на эту модель? В цене 900 рублей, он как бы имеет достоинство других более дорогих моделей. Маночки делаем различные, ну не знаю, давайте вот на этом покажем. По большому счету, они все манят, ну то есть выполняют одни и те же призывные сигналы. 900 рублей, 4000. Ну то есть. Ну, более простая модель, у нее запорный узел, он без фиксаторов. Соответственно, его можно собрать по-любому. Ну, то есть. И для того, чтобы ну, не думать, как его настроить, лучше делать пометки. А? Это вот все написано. Вот это вся витрина, она вся написана. Просто водопятал, вот такой же чужик, поменьше. Если бы
То есть его можно и высокий ну, и так, да. Да. В другую сторону. Вот это только пометки. Да, да. Здесь лучше делать. Здесь лучше делать пометки. Потому что такого плана. Да. То есть в одном случае это однолепестковая уточка. Здесь мягкий лепесток, и в него лучше дышать. Сейчас, Андрюха, приедь, подойдем, попробуем, если я сейчас не понял. От мельника. Подсадная. Давай вместо хомяков уточку заведем. Давай. Вместо хомяков, тем более. С удовольствием. Где? Серая, красная. Да, вон куропаточки. А вон калифорнийский, прохладный перепел. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, как красиво. Я так не прочитала. Это перепел. Какой? Не знаю. Надо заходить, смотреть. Ой, какой красивый. Вот нас что интересует. Вот гуси подсадные. Красивый. Да, селезень черный, какой черного цвета. Мне что это за порода? Ой, какие. Так, пойдем к уткам. Ну, пойдем, зайдем к уткам. Вот работа моей мечты.
водоплавающие дичи. Буквально через несколько минут мы начинаем наше выступление. Эксперимент или 2.18.650. Пойдем, пройдем. Чего? Это продукты раков, наверное, панты всякие и так далее. Кабан, зима, прикормка. Чего? Там собак. Кстати, новый. Да, да, да. Ты его можешь мгновенно. Но единственное, здесь маленький он. Такой он, смотри. Но он гораздо комфортнее стал, смотри, чем был. С хорошей отделкой. А, это Hilux. Это Hilux. Что-то я попутал с L200 его. L200 вон, по-моему, стоит. Да. Чё? Ну, я, как тебе сказать, она все равно маленькая. Знаешь, я как тебе не отправлю. Ну да, многие так и делают. Пластик. Вот это вот. Да. Это гравитексом покрыт. Полимочевина, вот это всевозможно. Нет. У вас не хочу точно. Тундра, она очень тяжелая. Квартирка, да. Прикольно. Она покрыта полимочевиной, нанесена картинка. Вот это покрытие, которое я тебе говорил, его очень тяжело даже гвоздем поцарапать. Ой, то есть, смотри, а, он вообще барельефом сделан. То есть, здесь можно заметить, что он выпуклый. Ой, там моя няша стоит. Пойдем, в Wrangler нельзя обходить стороной. Да, да, да. Line X покрытие. Да. Прикольно. Крокодильчик. Вот оно. Не царапается ничего. Крокодильчик. Можно купить машину, покрыть вот такой штукой. В районе 100 тысяч будет. И зато уже ездишь. Чего так отошел? Чего отошел? И уже ты можешь кому-нибудь слегонца притереться, и на тебе ничего, не будет видно. Но здесь, видишь, стайлинг сделан под крокодила. Кстати, машина такая, действующая машина. На ней ездит. А видишь, она еще в грязи, и по колесам видно, что они потертые. А вот просто мечта моя стоит. Это что-то типа agility. Пойдем посмотрим. Да. Ой, зад, смотри, зад. Молодец. Большая. Молодец, прикольно. Это одиночный такой конкурс. Сейчас она выступит, потом другие будут. Раз. И вон еще собачка. Маленький. Может быть и не маленький. Но небольшая.
давай, Андрюха, побыстрее приезжай. Пойдем еще погуляем. Такая вот буханка. Грузовой отсек. Только он маленький. Здесь лебедка, вот, пожалуйста, можешь сюда кабана затащить. Но реально только, я не знаю, кабана, лось сюда не влезет. Даже если его разделить, он будет просто что-то непрактичное как-то. Пойдем. Ну вот, проголодались уже, запахло едой. Давай посмотрим, что тут. Продукты. Утиная печень, 100 рублей. Лапки утиные. Что с ним делать? Не знаю, грызть, наверное, под пиво. Сушеное мясо медведя. Оленя. Сало кабана. Смотри, кстати, сало кабана интересное. А у них все сертификаты есть, интересно. Тут... Я вас слушаю. 110 рублей, кстати, мать стоит. Может, попробовать. А? Меньше, а не больше вам. Ну, давай потом пойдем купим, кстати. Да. Я хочу сало кабана попробовать. Сушеное мясо страуса, сушеное мясо кабана, сушеное мясо гуся. А я очень хочу попробовать сало. Кристи. Кристи. Потом напомни, подойти купим. Ну, мед я что-то не, я не любитель вообще его, в принципе. Но меда много разных. Пироги. Вермиши. На вид, кстати, такие. Чё? Добротные пироги. В отличие от тех, которые у нас на работе заказывают обычно. Кролик, грибы, курица, грибы. Мёд. Ну чего? Пойдем дальше. Смотри, мед тянется. Сушеные грибы прям как запахло хорошо сразу, а? Грибочками. Ням-ням-ням. Белый гриб сушеный, 5000, не хочешь за пакет? Не вари сколько хочешь. Кофе на песке. С чабрецом. Надо посмотреть будет, может быть, с чабрецом я бы себя приобрел. Но я люблю с чабрецом. Интернет, магазин.
Ну что, Даш? 4 рублей кружка, приправа. А это не вот такой же магазин? То же самое, да? Я посмотрел, 7,51 квадратный метр у них на выставке снять. Посмотри, смотри, что-то режет. Ух, какое сало. Сало такое прям. Ну, дай попробуй. Вкусняшка какая, невероятная. Вот как. Белгородские деликатесы. Колбаска интересная. Ну что? Медовый. Здесь такой все мед. Хочешь медовуху нарубать? А вон еще сало, смотри. Сало достаточно интересное такое, не найдешь. Цены, да, на сало. А это сколько у нас? Оно, смотри, с орехом, что ли, есть? Лавровый лист. А это у нас рыба. Ты что там смотришь-то? А, икра? Почем? 3500? Что там такое? Ну, это я бы сказал... Недешево. Вот, смотри, какая. Смотри, квадрокоптер какой огромный. Лавандовый сироп. Крымская лаванда. Тут арт-кафе. Я хочу абхазские приправы. Ну, возьмем, что, зайдем. Это мы в рыбалку заглянули, кажется. О, настоящие. Пойдем посмотрим. Нам надо? Нам? Не знаю, насколько надо, но красиво, смотри. Такие? Не, ну прикольно, смотри, красиво. С подсветкой. 2600. 26 тысяч. А, 26 тысяч, да. Не досмотрел. Ну, я удивился, да, как все направо такая. Уже дороже стоит намного, чем. Да. Там, которая мне понравилась, 68. 2626 тысяч. Да небольшой меч на самом деле. Мелкий. Ребенок. Ладно. Вон стол, смотри, какой круглый стол. Шикарный. Прям. И люстра такая под стать. Из лосиных рогов. Оленек. Да, это олени. Олени, смотри какие. Ну, это под интерьер. Вот под такой стол где-то у людей специально дома под это сделано. Под это, соответственно, все и подбивается. Нет, интересно, интересно. Пойдем, пожалуйста. Так, это у нас термос. Термобелье. Пойдем туда. Где потерялась? Сейф? Ну да. Раполовский стенд. На самом деле выставка небольшая.
Да, да. Но то, что нам нужно, мы нашли. То есть здесь есть манков, здесь есть мельник. Сейчас посмотрим, чего их манки себя представляют, как они будут работать у нас. А, вот еще. Да. На мой взгляд, это уже перебор. Вот так у нас. Ножи. Давай посмотрим, какие есть ножи. Смотри, как ухо вот это. Интересный нож маленький. Я вообще вот, так, вот такие люблю. Единственное, был бы он чуть потолще. Потолще в плане. Сам клиночек вот здесь потолще. А вообще вот они прям... Очень хорошие ножички. Маленькие. Они парфюмные. Вот если... Да. А пойдем еще вот оттуда. Здесь типа булатная сталь. Живая медовуха на березовом соке, перге и травах. Пойдем бронту посмотрим. А что там, бочка? Где бочка? А баня, наверное. Нива за 840 тысяч рублей. Ну, обрезаны у нее арки. Вставлены колеса большего размера. Другие главные пары стоят. Ну не 840 тысяч рублей. Дешево. Чего, 93 тысячи, смотри. Взял и на дачу. А за что? За вот такую тоненькую досочку и печку? Она. Привез ее с собой. Раз, поставил. Парься. На природе. Образец продается 93 тысячи рублей. Возьми, возьми такую. Может, на даче такую сделаем. Дешево и сердито, да. Делается легко, наверное. Еще смотри какая. Еще круче. Ой, это прям вообще. Это на 66-й что ли? Дрова. Со стеклом. С такими пакетами. Прикольно. Ну что внутри? Чего, банька? Да. Я даже не помню, это 57-й или какой-то газон. Авто. Ну, восстановленный. Ты звонишь? Звоню. Если есть желание, 3 минуты подождать. Мне что-то прикольненько. Работает ребенок 10-летний, городской. Первый раз ее взял в руки, начал ощипывать битую утку. Стреляно там, она насквозь дробь прошла. На видео у украинцев у них задушено, ни одной дырки нет. Это Италия. Не щипят, потому что они боятся, что не шкурку порвет. Это реально. У них короткий палец, и он не гнется. Вот. Эта штука реально работает. Смотри, это беседка неплохая, я тебе говорю.
сетка откажем на сегодняшний день. Она не дает блика. На зелени, причем будет работать. Да, да, да. И на стерне, и на зелени. Сетка продается в магазинах, она делается оборонкой. И в очень большом количестве идет Донбасс. Она не шуршит. Тут четыре цвета. Мокрое поле, сухое поле. И начинающий стерня как раз вот весенний откуда, то, что нужно. Пробивающийся. Имеет две сетки, полтора на два. Пусть вертикально ставите, вдвоем один с кормы садитесь. Берете 5 палок, ну, делаете маленький проход, 5 палок сзади, спереди. Поставляете, и 2 метра на метр получается у вас городок на двух человек совершенно спокойно. Садитесь на удочку, стреляете, две сеточки на двоих берете. За 12 штук 4900, если по штучке 450. Смотрим сеть. А если что, заказать у вас это можно? Заказать ее можно, но у нас осталось 10 штук всего. Я боюсь, что... Я не знаю, сегодня продадим, не продадим. Завозили 30. Вчера не было продажи, сегодня она просто летает. Только она не намокает? Это что за материал? Это синтетика все. Здесь она, ничего, да, не гниет. То есть забыл высушить, приехал домой, через месяц понял, вытащил из мешка, открыл ее, ничего не сгнило. Сетка от сетки не повторяет рисунок, то есть вот это все вручную сделано. То есть каждая сетка будет иметь свой рисунок. Одна чуть-чуть зеленее, другая чуть-чуть желтее. Она одна здесь лежит, да? Здесь она лежит одна. Такая. Ну, легкая. Ну, это двушка, это 2 на 3, это от 1 осталось. А, это побольше, которая, да? Так, полторашка вот. Полтора на 3. Я вам больше скажу, даже если вы изобретете ее сами. Полтора на 3. Это вокруг. Здесь в наборе еще дает 4 колышка и запасная лента, если вдруг порвалась, или 2 сетки надо вместе из-за них. Сложение. Лакутная штука перестулена. Слушай, это делается все наоборот, в магазинах вы этого не купите. Красиво. Из ракушки?